Dámy a pánové, vítám vás zpět u hry Metra Last Light. Máme tady devátou epizodu a pokračuju hned, navazuju na tamtu další. A takže jsme tady na té Oktabrský, kde teda mají lesnický zajetou Anu. A my jdeme osvobodit. Toto je výraz, ty vole, fuj. A my jdeme zachránit. Tady rudý. No tohle praskne, to praskne. To je jasný. To praskne. To říkám, ty vole. Dej mu do držky a tomu druhému taky. Tak. Paráda. Dobrý hoši, tady nikdo není. Tady není žádný Artyom, který by vás ohrožoval. Prostě není. A ty, tady máš. Tři někdo na mě ze zádu, já to tušil, ty vole. Tam nějaký smrt zůstal. Dobrý. Ten to má za sebou. Tady nikdo není. Tamhle ještě kapitán nějaký. A tu máš. Užij si headshotek. Prdele, už mi docházejí náboje do tadyhle tý sviňárny. Nebo ne? Ukažte. A ještě mám dost nábojů. Ještě můžu sejmout 45 komoušů. Na zásah do hlavy teda pochopitelně. Jinak ne. Ty vole. Ty vole. Jak odletěl. Parchant jeden. Tak. Ty vole, jaký útočník komando sem běží teďka. Díky chlape, že mě tady kryješ, prdel. To za sebou oba dva? Jep, dobré. V cajku ne, hoši. To byla jen taková sranda. Tady víte co, já tady jen tak procházel. Tady už by měl být konec, ne? Trivoga! Tu byla dymu. Artyom? Nedělkej se, a to glotku jej perešu. Передай ее папе, но смотри, не помни по дороге. Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! До кольцевой! Там Ганза! И наши! Сейчас только задохнуть! Не хватало! После такого... Они могут быть заражены. Черт, это же рейнджеры! Артём, я здесь! Они же без масок! Противогазы! Сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным страшным вирусом. А потом... Так ё, подкарасме в Ханзе, захоронила нас Ханза. ...от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война... Ну, я вижу, что знаете, что здесь станет, но...
Jde to přeskočit? Asi ne, co? Это так. Прозорно тайлет стон или прискочит. Жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава Богу. Йо-йо-йо. Иди сюда, доченька. Кого повезли? Не видно тебе? Не смотри. Да разве поймёшь? Куда можем идти? Туда, окей, туда оси... Ne, tudy asi ne. Takže se tady vlastně týpkem. Fuj. Ty prase. No, no, jsou nemocní všichni tady. Může mít tudy? Jo. Značit pro perčatky i masku, já vám больше не напоминаю. Jo, tudy může mít, OK. Všechno v pohodě, jo. Vy jste mohli vydělit vzbudite? I da, i ne. Это какой-то штамм вируса. Сюда нельзя. Когда мы тайло с тема? Нет смысла. Он уже практически утратит вероятность. Безысходного образца. Доктор, вы же знаете... Займава риску за уши. Поясните. Прошу... Прежде не мимо чем себя бей. Факты таковы. В первые два дня смертность составила 95%. На третий 25%. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Займава конверсация. В скутку. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так ага, ага, хапу, хапу. Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Уже ушить, ты пердела? Откуда же он взялся? Еще ну, короче... Uhněte! Uhni! Uhni, 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 uhni! Ano, já jdu. Wow, 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 wow! A do prdele. On ho zastřelil. Ty vole, tak to je přísný tohle. Radši pryč. No, je na mě moc přísný. A kudy teď? Tady? Asi jo. Tady to jsou teda pěkný ghetto. Ano, já vím, že procházím. O, tady je to zamařený. Já radě... O, chane! Zdar. Очень рад, Артём, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Ну, поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Томилина. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Jo, to určitě nepočítali, no. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли, но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Zajímavý. Не может. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек.
Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Йо, пусти нас, ты вола. Хлопе. Prdele, co si myslíš, že děláš? Pěkný brýle, proč tenhle ten typek vypadá jak lesnický? No, co pak tady máme? Prosím, můžu vás něco koupit? A asi mám dost tak všeho. Sorry no, hoši. Обрати внимание, Артём, какие средства ГАН забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Jednání в полис. Удачи в тоннелях, рейнджер! Наздар, не бойся, дякую ти, что мне попрел hodně štěstí. Можете нас пустить, курва, уж. Ага, окей, токо. Случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время. Настоящее. И лишь одно место. Река Осуджу. И наш долг — спасти его любой ценой. Так кто? Нам надо спешить. Мне догонять черт. У нас на выход! Открывай! В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной Линии. Отвирайте. Но я слишком хорошо знаю человека. Все так трава. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Так что тебе то так трава, ты вола, я не мог бы трошку зрихлить? Проходите. Сам рад, что проходим. Так, двигаясь по тоннелю, поезд с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Так о. Je to prej slepý, ale tak chám říká, že ne, tak jdeme, no. Dobře, chány, budem ti věřit. Parin, prochodí. Nepoložené dvěr držet odkrytý, prochodí. No, jako můžeš nechat otevřeno na nějakou dobu. Akurátně tam s generátorami. Nikakoj to není tupík, Artem. Prostě slučajný člověk. Momentálně zabludíce v těch tunelech. A ještě больше v samom sebe. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Так что сам рад. Нас ведет судьба. Сам рад, что мне целую добу ничего не грозит, если нам стало хана. О, так это порядные ветраки, тогда. Что, идем, а? Тула. Все думают, что метро — это просто туннели и станции. Он же пришел. Безжизненная и бездушная конструкция. Есть метро особое место. Там мало кто бывал и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы, потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Пожарные ветраки тады мои поставлены, уши тогда. Треба такую климу иметь на лето. Было густо. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Жуж пройдет? Да, добрый. А, да, лишь уже пройдет, так ладно. Подхан, идем. Имаме часу на сбит. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Окей. Метро — живое существо, дышащее, обладающее душой и... Danger. Это тари danger. Мы там деме. Это, прделе. Так, что пак тари маме?
A, je tady něco? Ne, není. O, no to jo, je tady. Je tady mapka, teda mapka, poznámka. Chon. Takže první stránka. A druhá stránka. Ještě nějaký náboje tady máme, super. Chánek, kdybys mohl jít trošku rychleji, ne, já bych se nezlobil. Ale okej, no. Tady něco je? Tut nada být na staraže. O, do prdele. Určitě tu něco je. Pár nosalidů cítím tady. Jo, už to tady smrdí. Jasně, tam tak 6 nábojů vidět. No co puštěný to není, podle toho co jsem viděl tamhle leze na trubce. To mi nepřijde moc opuštěný. Jinak doufám, že se vám líbí moje druhá série, kterou teďka jedem. A to je Assassin's Creed Origins teda. Bude vycházet teda, jak jsem říkal, takhle, jak teď vychází doteď. Takhle stejně jako Metro, ten den. Vždycky první vydám Metro, potom vydám... Potom vydám Assassina. No a potom... Takhle nás čeká ještě Metro Exodus, to nám taky určitě pár dní zabere. A taky je tam to DLCčko, který vlastně nedávno vyšlo. No nedávno, před týdnem zhruba už. Slyšíš? Prigotov se! Ty vole! Co to kurva? Jaký rol tady zandal ten chán? To mě poser. A ne? Ty jsi hrál Dark Souls, že jo? Přesně si. Nech mě na pokoji, sakra už. Co je? Kdo do mě buší? Si říkám. Nic nemáme, pane. Tak, naschledanou. No a potom bude vycházet teda, až dokončíme Origins, což nám taky nějaký ten pátek ještě zabere. Tak budu natáčet ty Odyssey. Ty kundo, pak pojď. Pojď si pro tu broku. Chutnala ti? Jo, jo, jen pár příšer, no. Opravdu, chále. Skutku, máš pravdu. Jen pár příšer. Nic víc. Sakra, tady ale pavučin. Tam za pavučinem něco je. Ano. Skutku, tady něco je. Vidím to taky tady, jsou nějaký dveře. Co bude za ním? Doufám, že nějaký zajímavý poklad. Až? No, typek tady opřenou hlavičku má. A není co tady hlídali ten granát. Tak jo no. Co je ty jo, ty chceš pomoct, aha. Proč to neřek hned? Artyom! Žgi pavutinu dalše. Jasně, spálím to všechno. Smotri, voda. My počti prišli. Где-то недалеко. Okej, tak to jsem rád. Už to není daleko. Ty vole. What the fuck? Co to sakra? Já jsem pod vodou. Já se nemůžu zvednout ani. No dobrý už. Jsem totiž skrčenej, že jo, tak to. Byl tady někdo z Reichu, koukám. Wow, chane, čekej na mě. Stranné je to město. Ano, v skutku podivné. Думаю, это тебя. Jo, to je pro mě. Super, tak jo. Haló? Synok, это ты?
Cože? Ne, mami, to nejsem já. Já se vrátím v 10, přísahám. Тут нельзя долго оставаться. Jo, souhlasím. What the fuck? Oni na mě koukaj. Byla hoši, můžete nás zpátek, jo? Tady taky týpek koukám vyčiloval. Входя в воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Ano, budu myslet na toho temného. Ano, jdu dál. Jdu dál a přemýšlím. Tak jsme tady. Stať. What the fuck? To je Ostaněnko. Nebo... Ostaněnko, nebo tak nějak se jmenuje tahle televizní věž. O, to jsem já? To jsem já? O, vypadá docela fake ze zadu. Uznajíš? Je to bašně. Jo, 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 a je mi to povědomí, no. A tam vnizu, городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Оу, шит. А я сам и не отпалил. Очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу. Своими руками. What the fuck? Ты как там джампнул? Все таки? Но? Это их город. Их дом. Все, что от него осталось. Jo, jo, no, tak jsem to trošku vybombil, no, sorry, chane. Já vím, co se mi tady snažíš říct. Gledi, je to on. No to je on, dělej, jdeme za ním. Za ním. Makej, makej, makej. Učem. Dělej, chane, ty vole, nezdržuj to. Dělej, zrychlej. Už skoro máme. Ty přidej, ty jsi pomalej. Kde? Já jsem rychlejší než ten černý normálně. Teda než temnej. O, Anička vystřelila. Co je tady? Tady je prostě díra. Chane? No, kde je ty vole teďka? Tupík. Je to zde, ty ho počti dognal. Jo, to jsem ještě raz, Artem. Dobře, zkusíme to znova. Он все еще в цирке уродов. На поезде. Че? Смотри. За ним, скорей. О, пацан. Впереди. Хана, делай, зрихли. Сима, достат. О, це... Да, хайзл. Черт. Ты была? Хане, не, не. Так, тогда я, але густи. Хитнем тебе. Вот сам. No, kde to jsem, sakra? Дьявол, я и забыл, что эта река не только мистическая сущность. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире.
Jo, jsme v poušti skutečnosti. Черный был совсем рядом. Думаю, он и сейчас где-то недалеко. А так идем про ней, не? Co tady byly rudý? No, co pak to tady schováváš, chlapče? Děkuji ti. No, jsou nějaký náboje. Tady jaký bude nějaký lékárničky, super, to se taky hodí. Je tady někde ten trezor? Od kterého jsem jako dostal klíček od trezoru, ale žádnej tady není. A nebo jsem absolutně slepej. Asi na to serem, no, jedem. Ne, tady je, už ho mám. Nice. Tak, jedem. Jedem ho dohonit, ten vlak. Всех черных, а потом вышвырнуло меня в место, где я могу найти единственное. Так, идем. Мусим догнат. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Это так и цитим. Ты слышишь? Йоп. Это он! Мы не ошиблись! Скорее, догоняем! Красный! Ага, тади е. Teda, tady jsou jenom Komančové zatím. Držíš, Artyom! Ty vole, Dane, co to sakra u sebe máš? Aha, ok, tak jo. Tak to bylo rychlý tohle. Já nic, tyhle ty dementi. A tu máš. Tak, ten už pomalý. Ne, to si neber, vole. No to je výbucháne, co to sakra máš za zbraň? Máš nějaký granátomet, nebo co, jako? Tohle vyleď se hlavně, než něco se sejmou. No tu má, jeden, tak. A druhej. Okej, tak ne. Držím se, no. No, tak dobrý, jsme jim ujeli, pohoda. No to je on, ten vlak. Počkat, to trefím. Oh. No tak to už muselo dostat, ne? Tak, kde je další někdo? Tady. Tak. No, tak dobrý, tady stejně už nikdo nezůstal. Šlápni na to, chane. Tak. Hop. Dobré. Zvládli jsme to. O, tu máš. A do zádě. Co je, chlapče? Tu máš. Tak. Co je? Kdo tam ještě je? Ukaž se. Kde seš? Tu máš. Jdeme, to je jeden. Sraty. Tak, co máš ještě ty u sebe? Nějaký ty broky, super, to potřebujeme, to se bude hodit.
Tak. Co máme tady? A, poznámku. Jo, to byla ona. Ono se taková buglo trošku, no. Sorry. Já vám ji hned ukážu. Tady, honička. První strana a druhá strana. Tak. No jo, brokovnice není na blízko, teda na dálku, no. Chápu, co ti chtějí říct, no, je to... Tak. Nějaký broky potřebuju, jo, hoši. Já budu se na vás zlobit, když mi nějaký dopřejete. Máš. Ještě jednu chceš, dobře. Máš jí mít. Ještě jednu. Ty vole, pořád žije. To je taková svině. Ono, tak to je posmrtný výraz tohle, ale... Aha, dobrý, tak nežije už. O ty vole. Kam zmizel? Co jsi říkal? Tak. Dobré. A teď rychle. WTF? Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Я совсем один. Теперь ты не один, теперь ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Я не отпалил эти ракеты. Кончилось, когда я навел ракеты на его... Блин, Артем. Ну, дамы и панове. Теперь это так трошку как-то закончим, йо? Ukončíme to tady, tuhletu epizodu. Takže jo, díky, že jste to shlídli až do konce. Doufám, že se vám epizoda líbila, pokud jo, tak určitě hoďte to lajčisko. A klidně zanechte i ten odběr, protože mě to pomůže, opravdu mi to pomůže. A zahřeje mě to hezky u srdíčka. No, a to je všechno. Takže jo, uvidíme se u další epizody a zatím čus.